Валидность. Валидность вам хорошо известна по двум словам. Это валидатор, да, проверка билета на пригодность, или инвалид, или человек, имеющий некоторые физические особенности. Да? То есть это вот как раз слово validity там явно присутствует. Валидность – это соответствие теста измеряемому свойству, ничего больше, никаких дополнительных слов здесь не надо применять. Соответствие теста измеряемому свойству. Пример. Если методика направлена на изучение темперамента, она называется, да, тест на изучение темперамента, она должна изучать темперамент. Вот у Джемса Маккина Кителла, ученика великого Вильгельма Вундта, хотя, господи, кто не был учеником Вильгельма Вундта? И Чулпанов был, и Бехтерев был, учились у него многие. Поэтому здесь не надо удивляться, что так все немножко пересечено. Но смотрите, у Джемса Маккина Кителла были тесты интеллекта, да? Вот он назвал их тестами интеллекта, но сейчас чувствительность к боли к интеллекту отношения не имеет. Ну, если у человека грубая кожа, ну, я сомневаюсь, что грубая кожа будет говорить об интеллекте. Хотя, с другой стороны, посмотрите на людей, которые, как они, футикулы, да, или что они там собирают на пальцах, ну, красят ногти там всяким людям, которые туда к ним приходят. Да? Вот они-то вам расскажут гораздо интересные вещи, как по коже рук определить характер. И окажется в соответствии с их воззрениями, что кожа все-таки может влиять на особенности мышления. Но это уже более тонкие вещи. Парикмахер вам тоже расскажет много интересного, не только. Массажист свое расскажет интересное. Ну и так далее, и так далее. Но все равно это не интеллект, это немножко другие нюансы. Дальше. Способность на расстоянии фиксировать вес, размер или скорость – это тоже не интеллект. Сейчас все то, что Джеймс Маккин Кителл называл тестами интеллекта, считается невалидным тестом. Это тесты специальных способностей. Они остались, но это тесты специальных способностей. Вот классический пример. То есть то, что Джеймс Маккин Кителл, не путать его с Рейджелтом Кителлом, который предложил 16 PF-тест, personal factory, да, 16 факторов личности. Они однофамильцы, но не более того. Так вот, у первого Кителла эта методика оказалась невалидной. И действительно, когда создается методика, самая главная задача – проверить, насколько же, собственно, эта методика соответствует той цели, на которую она направлена. Вот в ряде тестов бывают очень странные истории. На самом деле в психодиагностике это не редкий случай. Методика создается первоначально для измерения одного чего-то, а потом используется успешно в другом. Вот смотрите, MMPI создавалась первоначально вообще-то для военных летчиков. Хатвей и Маккинли его создавали для военных летчиков. Зачем это было нужно? Для того, чтобы их дифференцировать, да, для каких видов деятельности можно их выстроить, направить там. А сейчас эта методика имеет клиническую версию и имеет версию обычную, как я называю, гражданскую версию, которая используется с обычными людьми, которые летчиками явно не являются, но если только падают где-то, когда поскользнутся. То есть вот в данном случае получается, что методика первоначально создавалась на измерение одного. Точнее, у нее одни функции были, а потом она стала использоваться немножко в другом. Но у MMPI самое главное, что эта методика, Минисовский многофакторный личностный опросник, он-то как раз измеряет то, на что он направлен. Просто дополнительные цели появились. Вот это важно. Потому что он измеряет акцентуации, которые, в принципе, не поменялись. Просто эти акцентуации могут присутствовать у здоровых людей, а могут в некоторых измененных моделях присутствовать у людей, имеющих нозологию, клинические модели, какие-то поведения. Итак, вот это вот валидность. Тест, который не соответствует вот этим требованиям, называется невалидным или инвалидным. Оба термина, в принципе, верны. То есть это означает непригоден для практического исследования. Или как в русской транскрипции это было шантропа. Помните, петь не может. Вот приблизительно то же самое, как крестьян отбирали для театра крепостного помещики в XVIII веке.
приглашали зарубежных специалистов, и те отбирали среди крестьян, среди прочего, говорили, что он тропа петь не может. Ну, то есть, в принципе, будет рэп читать. Вот. И крестьяне понимали, что ругается шантропой. У нас это в ругательстве сохранилось, и мы не очень понимаем, о чем это. Иногда. Значит, сейчас выделяется три основных вида валидности. Сейчас мы более подробно, мы каждый из них будем подходить. Пока запишите. Итак, содержательная валидность. Называется она Content Validation. Content Validation. Содержательная валидность. Вторая разновидность. Это empirical validity, то есть эмпирическая валидность. Ну и третье – это концептуальная валидность. Концептуальная валидность, construct validity. Но на самом деле валидности выделяют гораздо больше. И сейчас давайте с вами как раз их более подробно рассмотрим. Значит, вопрос валидности методики ставится только тогда, когда уже решена задача надежности. То есть, когда проверили, уже продумали все, что связано с надежностью, начинаем думать о валидности. Смотрите, ненадежная методика валидной быть не может, запишите. То есть, вот так вот это идет. Ненадежная методика валидной быть не может. Ну, иначе это будет бесполезно. Полная характеристика валидности следующая. Валидность – это комплексная характеристика включающая два рода сведений. Первое. Это сведения о том, пригодна ли эта методика для измерения того, что она измеряет. А второе – это выявление ее действенности, ее эффективности. Вот если даже она это измеряет, насколько эффективно она это делает. Есть просто констатация факта, допустим, жив или мертв. А есть более тонкая дифференциация, да? Если жив, то почему? Ну вот Катя присоединилась тоже, я вижу сейчас, хорошо. Значит так, здравствуйте, да. Теперь идем дальше. То есть универсального подхода к определению валидности в диагностике сейчас нет. И в зависимости от того, какую именно сторону валидности исследователь хочет рассмотреть, могут использоваться довольно разные конструкты, довольно разные доказательства. Итак, каким образом валидность проверяется? Проверка валидности называется валидизация, validation, валидизация. Собственно, вот вы берете карточку метрополитена, подносите ее к валидатору и проверяете, да, насколько эта карточка валидна, насколько она действенна. То же самое, собственно, происходит с тестом. Эх, если бы все так было просто. Поднес и тебе сразу сказали. Итак, валидизация. Первый вариант валидизации называется теоретическая валидизация. И валидность здесь более относится не к методике, а к тому, как ее будут использовать. О, Господи, это прагматическое. Прагматическое – это не к методике, а к тому, как ее будут использовать. А первый вариант валидности – это теоретическое. Теоретическое, то есть это валидность измерительного инструмента. То есть вот насколько тест работает как инструмент. Здесь проверяем теоретическую валидизацию. А если мы смотрим, зачем нам этот тест нужен и как мы его в дальнейшем будем использовать, это прагматическая валидизация. Понятно, да? Соответственно, в случае с теоретической валидизацией, диагноста интересует свойства, которые методика измеряет.
свойство, которое методика измеряет. Ну, допустим, запишите тревожность. Теоретической валидизации мы измеряем тревожность. Как один из вариантов, безусловно, он не основной. А в случае прагматической валидизации предмет измерения уже оказывается вне зрения методики, а акцент ставится на следующее. Как мы эту методику можем использовать в разных практических сферах? Вот, допустим, смотрите, сфера отбора кадров. Раз, да? Сфера диагностики учащихся. Два. Ну, в качестве примеров я просто привожу. Где эту методику мы можем использовать? Прагматическая валидизация. Как вы думаете, что провести сложнее? Теоретическую или прагматическую валидизацию? Хорошо. Что сложнее? Собрать «Жигули»? Или поехать на «Жигулях» за картошкой или в пруд? Поехать, да? Ну, кому как. На самом деле, собрать «Жигули» сложнее, потому что перед тем, как она поедет, она должна хотя бы как-то стоять на колесах, это «Жигули». А вот куда она, за картошкой или в пруд поедет, это уже вопрос другой. Вот, поэтому, естественно, самое сложное – это теоретическая валидизация. Мы сначала должны создать методику, а как мы ее будем применять, иногда бывает несколько проще. Ну, давайте посмотрим, как прагматическая валидность проверяется. Здесь все предельно просто. Берем независимый от методики внешний критерий. Допустим, мы замеряем тревожность у испытуемых. Тогда нам нужно взять какой-то независимый внешний критерий, который определяет, ну, некоторые характеристики. Допустим, высокая тревожность в поведении испытуемого как будет проявляться? Ну, частые крики, да, сильный тремор, дрожание конечностей, то есть, да. Это может быть нервный тик, НРС, черт возьми, это все что угодно может быть. Да не дай бог, так над испытуемым издеваться. Но на самом деле, ну, я буквально вижу зайца, который задней лапой бьет сильно-сильно приблизительно. Да, смотрите, но высокая тревожность, она обязательно будет проявляться в плане вегетатики. Раз. А скажите, пожалуйста, зрачки глаз будут как-то меняться в случае тревожности? Движения глаз будут меняться? Невербальные движения будут меняться, движения рук, допустим? Да, безусловно, будут. И вот это внешний критерий, который мы можем определить. Мало того, это может сказаться на качестве высказываний. Когда человек тревожен, сознание его сужено. Он не сможет говорить достаточно свободно. Он будет говорить достаточно однообразно, однородно. Поэтому это некоторый внешний критерий. Еще пример. Допустим, если мы создаем методику, которая измеряет, ну, качество проводимого обучения. Тогда мы должны взять банальные оценки наших испытуемых, посмотреть, вот как данные, которые мы провели вот посредством этой методики, соответствуют с теми баллами, которые другие преподаватели ставили нашим испытуемым. Вот это и есть как бы внешний, независимый критерий. И, соответственно, если они соответствуют друг другу, в случае тревожности, если одна группа испытуемых крайне тревожна, и их поведение характеризуется следующим набором, мы его описываем, а другие достаточно устойчивы, и, соответственно, их поведение характеризуется другим набором поведения, то это четко совершенно говорит о том, что методика работает. То же самое. Если мы говорим, что наши учащиеся, методика наша направлена на изучение одаренных, да? И если мы смотрим, что мы вычленили несколько одаренных учащихся, но мы открываем внешние данные и смотрим, что у них данные средние по оценкам, тогда мы говорим о том, что, скорее всего, либо с методикой что-то не то, она не совсем валидна, либо, может быть, с
учебным заведением, где эти учащиеся обучаются, в любом случае надо еще дополнительно проводить проверки. Понятно, да? Если же, в принципе, мы говорим, это одаренные, и по оценкам преподавателей мы видим, что оценка высокая, скорее всего, это так и есть. Такое бывает реже. У одаренных обычно все полностью одаренное не бывает, я просто поясню. Поэтому обязательно будут те преподаватели, которые будут оценивать этого учащегося немножко по-другому. Поэтому здесь могут быть некоторые нюансы. Итак, если связь между внешними данными и методикой удовлетворительна, вывод делается о практической значимости. Методика работает, она эффективна. А вот для теоретической валидности тут все более сложно. Вот давайте все-таки, когда только начинали создавать методики валидности, были две таких точки зрения классические. Первая точка зрения. Методика валидна, потому что она что-то измеряет. Но то же самое, пришел на работу, значит работает. Согласитесь, несколько странное, да, суждение? Второе. Валидность доказуется ввиду того, что исследователь убежден в том, что методика работает. Ну, он, наверное, пришел на работу работать, и вот убежден в том, что методика работает. То есть приблизительно вот такая вот история. И третья установка была, что методика валидной может быть только потому, что теория, на основании которой методика построена, верная. Вот были такие первоначальные установки, да, несколько дремучие. Но, простите, не будем над ними потешаться, поясню на самом деле. Все начинается с простого, все начинается с каких-то азов. Раньше и этого не было, поэтому начинали создавать сначала вот такие критерии валидности. Потом они, естественно, стали усложняться. Ну, допустим, включение идеологической составляющей в диагностику, на мой взгляд, в ряде случаев достаточно ущербно, как вы догадываетесь, да? Хотя, безусловно, она может также говорить о социальном поведении наших испытуемых и быть в некотором плане информативной. Но теоретическое доказательство методики – это показание, что методика измеряет то свойство, которое она должна измерять. Ну, допустим, тест создан для измерения умственного развития детей. Вот запишите, тест создан для измерения умственного развития детей. Тогда этот тест должен измерять именно умственное развитие, а не характер, не личность, не тревожность. То есть в данном случае только умственное развитие. И тогда мы увидим, насколько замысел автора и результат его работы совпали. Вот возвращаясь к «Жигулям». У нас либо «Жигули» собирают, либо танк. Танк хорошо, а «Жигули» как «Жигули». Классический пример. Замысел может был первоначально собрать хорошую машину. Но опять получается, как вот в чем-то заколдованном. Либо получается танк, либо «Жигули». Либо место заколдованное, либо руки заколдованные. Ну, я не знаю, что больше. Наверное, все-таки место. Руки-то хорошие. Итак, ладно. То есть в данном случае теоретическая валидность, она бывает где достаточно полезна. Мы ее сопоставляем с родственными показателями. Ну, допустим, берем вторую родственную методику, которая замеряет то же самое. Допустим, вы решили создать тест на измерение темперамента. Для того, чтобы проверить, насколько ваша методика валидна, вы берете другие тесты на измерение темперамента и смотрите, что они измеряют. Еще один пример. На мотивацию. С мотивацией у нас сложности есть серьезные. Тесты, диагностирующие мотивацию, в ряде случаев мотивацию показывают разную. А в ряде случаев вообще говорят о чем-то, что никак не коррелирует друг с другом. То есть, получается, разные тесты измеряют разные мотивации. А в общем название одно, они все направлены на мотивацию. Ну,
вот повторюсь, теоретическая валидность – это одно, прагматическая валидность – это немножко другое. Теперь идем дальше. Как развивалась тестология 20-30-е годы? Теоретический багаж в это время американцев беспокоил достаточно мало. Необходима была прагматическая направленность. И самым главным для них в тот период был эмпирический критерий оценки тестов. То есть он самый главный в решении задач. Вот, допустим, этот подход развивался в американских штатах до 50-х годов 20 века и развивался еще в ряде европейских стран. А теоретическая слабость эмпирических методов валидизации, в принципе, критики особо не вызывала. Ну, давайте все-таки запишем конкретные фамилии. Два американца, Тиффин и Маккормик. Тиффин и Маккормик. Выделили четыре внешних критерия валидности. Четыре внешних критерия валидности. Первый критерий. Критерий исполнения. Сюда входит количество выполненной работы, объем работы, как мы называем, продуктивность. Я просто даю синонимы. Сюда относится успеваемость, это касается учащихся. Если это касается работников, то это соответствие определенным нормативам и требованиям, которые к ним предъявляются. К критериям исполнения они также отнесли время, затраченное на обучение. Ну, вот в качестве примера, да? Сколько времени требуется для того, чтобы обучить психолога? 2 часа, 6 часов, 3 недели, 33 недели, 3 дня. Да, вот тут вот по-разному можно говорить. Мы понимаем, что как минимум несколько лет и желательно тоже порядка 4-5-6 лет при условии практики. То есть психолога подготовить за короткий промежуток времени нельзя, что делается, допустим, в условиях современной профессиональной переподготовки. И тогда мы говорим, что это скажется на качестве продукта, который подобный условный специалист может давать. Да, вот если человек после профпереподготовки, либо он длительное время в этой профессии был и наконец-то получил возможность работать по этой профессии. Повторюсь, психология не та профессия, где можно, получив бумажку, сразу работать. Не получится. Тем более работать приходится с людьми. Дальше. Сюда же в критерии исполнения Тиффин и Маккормик добавили темп роста квалификации. То есть насколько работники, насколько испытуемые все-таки могут более эффективно себя реализовывать. То есть как они профессионально будут расти. Темп роста квалификации. Ну, это буквальный перевод, поэтому я как бы даю еще синоним. Второй критерий валидности, который они выделили, он на самом деле очень важный. Это субъективный критерий. Вот смотрите, в анкетах, в опросниках, в интервью даются задания, даются вопросы. Каждый этот вопрос оценивает немножко по-своему. Каждый его понимает немножко по-своему в соответствии со своим словарным запасом, со своим индивидуальным опытом. И тот, практически один и тот же вопрос – по-иному может себя абсолютно проявлять в зависимости от того, кто его читает. Вот о чем идет речь. То есть формально вопрос один и тот же, но каждый его понял по-своему. Саджит, понятно? Вы как-то так уже устали, да? Понятно, хорошо.
Значит, здесь может учитываться мнение, взгляды, предпочтения испытуемого. И, естественно, вот эти субъективные критерии мы можем получить при помощи каких-то дополнительных элементов, того же самого интервью или анкет. Третья составляющая – это физиологические критерии. Физиологические критерии. Ну, с ними все просто. Вспоминайте Чезаре Ломброзо, как он работал со своими подследственными. Да просто. Он замерял кровяное давление их и задавал им разные хитрые вопросы. И смотрел, на какие хитрые вопросы идет реакция, учащение сердцебиения, а на какие хитрые вопросы учащения сердцебиения нет. Помните случай, как он спас сутенера? Не рассказывал вам? Сутенера задержали за изнасилование. И, собственно говоря, в полицейском участке сказали, что это он изнасиловал, сутенер. А Ломброзо вообще-то посмотрел, что что-то здесь не так. Он замерил кровяное давление у этого сутенера, когда задал ему вопросы по поводу того, что ему, что этому сутенеру в вину как бы берялось. И тот абсолютно спокойно на это реагировал. Тогда Ломброзо пошел по другому пути. Что он сделал? Он дал арифметическое задание, в котором надо было считать в столбик. И как только он дал этому сутенеру арифметическое задание в столбик, у того участилось сердцебиение. То есть он на самом деле со школьной поры боялся математики. Или для него это было тревожно что-то подсчитывать. И оказалось, что математические задания вызывают у него тревогу, а вот то, что ему вверялось в качестве вины, не вызывает тревоги. И тут Ломброзо сказал, что это совершал не он. Через несколько времени было доказано, что изнасилование совершил другой человек, а сутенер очень хороший человек. Ну, очень хороший человек, что он этого не совершал, в смысле. Вот такая история была с Ломброзо. Следующее. Это, да, по поводу физиологических критериев давления крови. Это потливость. Покраснение, то есть вегетативные изменения, которые происходят у испытуемого на момент проведения исследования. Частота пульса, симптомы утомления, насколько они могут проявляться, то есть физиологические критерии. Вот помните, я говорил по поводу тревожности? Да? Если человек тревожен, естественно, физиологические критерии обязательно будут здесь включаться. Они нам четко будут говорить, вот валидна эта методика или нет, как он отреагирует. И четвертый критерий, который они выделили, это критерий случайности. Что это такое? Допустим, отбор для работы таких людей, которые менее подвержены случайным случаям, несчастным случаям. Когда это бывает? Более устойчивых, более внимательных. Тех людей, которые не будут допускать ошибок, скрупулезных. Вот когда мы таких как раз людей должны отобрать, здесь мы включаем критерий случайности. Потому что большинство людей будут, когда будут утомляться, совершать ошибки. Это нормально. Вот когда вы математической статистикой занимаетесь, вы ошибки совершаете? Или сразу все получается? Пожалуйста, да? А по мере роста утомления количество ошибок, естественно, будет немножко возрастать. И, соответственно, внешний критерий, согласно им, должен соответствовать трем требованиям. Первое. Он должен быть релевантным. Что такое релевантность? Это семантическое, смысловое соответствие диагностического инструментария жизненному критерию. Релевантность. Смысловое соответствие диагностического инструментария жизненно важному критерию. Смысловое соответствие диагностического инструмента какому-то определенному важному критерию. Жизненно важному критерию. Второе. Внешний критерий должен быть свободен от помех. И третье, он должен быть надежен. Ну, допустим, смотрите, если в случае релевантности, да, если
внешний критерий релевантен внешнему свойству? То в целом методика работает точно. Если же он не соответствует какому-то свойству, то в принципе мы не знаем, с чем это сопоставлять, мы не знаем, что мы получим. Вот, допустим, смотрите, мы пытаемся продиагностировать предрасположенность испытуемых к экстремальному поведению. Представьте, да, вот вы создаете опросник предрасположенности к экстремальному поведению. И вам говорят, мы дадим этот опросник разным испытуемым. И дают его разным испытуемым. И вы получаете только какие-то внешние результаты. Теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, релевантно здесь наличествует или нет? Нет, потому что мы ничего о наших испытуемых не знаем. Мы не можем это ни с чем сопоставить. То есть, считайте, происходит стрельба артиллериста в стиле «на кого Бог пошлет» с последующими выводами. То есть, это бывает достаточно проблемно. Поэтому релевантность необходима. Второе. Свобода от помех. Ну, допустим, смотрите, учебная деятельность, производственная деятельность – в ряде случаев зависит от некоторых условий. Вот когда учащийся приходит в учебное заведение, и мы просто говорим, вот эти успевают, а вот эти не успевают. Мы не учитываем следующих компонентов. Когда проводился замер знаний успеваемости у испытуемых, насколько они были перегружены заданиями, или наоборот, насколько ими никто не занимался. Согласитесь, это разные вещи. Когда учащихся перегружают заданиями, утомляемость повышается, и это может сказаться на качестве. Внешне будет казаться, что они чего-то не успевают, потому что обучение может происходить медленнее. То же самое касается работы. Вот мы говорим, допустим, работники поликлиник очень нервные. Мы можем сказать, это критерий. Если работаешь в поликлинике, значит нервный. Но мы здесь не учитываем текучки, факторы текучки. Факторы того, что люди, которые приходят в поликлинику, они уже созрели для того, чтобы прийти в поликлинику. И поведение их часто бывает тоже весьма неадекватным. А если ты полдня общаешься с неадекватными людьми, через несколько времени, если тебе не удается их успокоить, ты сам постепенно начинаешь усваивать их модель поведения. Именно поэтому, может быть, вот поликлиники не слишком желательное место для того, чтобы там бывать периодически или часто, не дай бог. Да? Но если вам там приходится бывать, вы знаете, о чем я говорю. Или вы бываете не в тех поликлиниках. И там все хорошо и спокойно. Но если вы не на кладбище пришли, а в поликлинику. Значит так, теперь идем дальше. То есть свобода от помех. То есть вот смотрите, абсолютных значений нет. Мы обязательно должны знать еще дополнительные критерии. Как человек работает, каковы условия работы, какие взаимоотношения между сотрудниками. Да? А мы говорим просто, насколько они продуктивны. Вот допустим, в организации А все работники продуктивны. В организации Б они периодически продуктивны. Вот мы два как бы результата получили. Валидный результат? Нет, потому что мы не знаем самого главного. Как работают в первом случае и как работают во втором случае. Какие там нюансы. Вот это как раз помехи, которые будут мешать получению чистого результата. Поэтому свобода от помех – это очень важно. Вот. Поэтому критерий этот, в принципе, должен иметь и достоверную надежность. Вот именно там, сюда. А теперь вопрос. Вопрос очень важный. Как мы можем измерить валидность методики? Есть количественная проверка методики, есть качественная проверка методики. Давайте запишем. Для измерения количественного показателя валидности, коэффициента валидности, для количественного показателя коэффициента валидности сопоставляет результаты, полученные при исследовании этой методики, в процессе диагностики по этой методике, с данными
по внешнему критерию у тех же лиц. В качестве внешних критериев могут быть наблюдение, дополнительное тестирование, собеседование. То есть здесь могут быть разные критерии, внешние критерии. Но, естественно, они должны быть задокументированы, да, иначе нам будет непонятно, зачем мы это делаем. Самое главное, чтобы тех же лиц, но это и так понятно. И здесь используется линейная корреляция по Спирману или по Пирсону. Используется линейная корреляция либо по Спирману, либо по Пирсону. Это, допустим, при условии вы создаете свою новую методику. Вот очень часто дипломники имеют такую наглость, что ли, или, правильнее сказать, непонимание. Они пишут: за 3 месяца мы создали новый тест. Ну, и преподаватели обычно так вот с улыбкой на это смотрят. Ну, типа, я построил авианосец вот на даче. Приблизительно так это звучит. Во-первых, для создания методики требуется много времени, это раз. А во-вторых, что самое главное, требуется длительная проверка на валидность. И вот теперь давайте посмотрим, со скольки испытуемых, какое количество испытуемых может нам дать проверку на подобную валидность. Запишите. Количество испытуемых не меньше 50. А лучше всего около 200. Для вычисления коэффициента валидности логичнее использовать линейную корреляцию. Но только тогда, когда мы знаем, что успех какой-то деятельности, ну, допустим, учебе, прямо пропорционален успеху в диагностической пробе. Приведу пример. Допустим, занимается профотбором. Для профотбора подготовили серию заданий, которые испытуемые должны пройти. И тогда получается, что для профессии более пригоден тот, кто ответит на большее количество вопросов. Запишите, допустим, да, такая установка. Для профессии более пригоден тот, кто ответит на большее количество вопросов. Ну, здесь Гуревич, допустим, такой вывод сделал интересный. Вот, допустим, смотрите, почтальон умеет читать. А насколько он читает быстро, по слогам или бегло, нас уже не интересует. Получается, главное, чтобы он умел читать. Если он умеет читать, он пригоден для профессии. Согласны? Или в профессии почтальона еще что-то дополнительное должно быть, кроме умения читать. То есть получается, что все-таки должен быть критерий различий, что почтальон должен читать достаточно быстро, но кроме этого он должен выполнять еще ряд функций, которые достаточно важны. Да?
Тейлор в 20-е годы прошлого века писал, что наиболее успешная работница фабрик, наиболее успешная работница фабрик, успешная с точки зрения развитости, умственной развитости. Коллеги, будьте любезны, там аквариум выключите, пожалуйста, где-то какой-то шум идет непонятный, какое-то бульканье. Мне кажется, это не от вас. Ну, ладно. Значит, смотрите, Тейлор установил, что умственно развитые работницы, как правило, имеют невысокую производительность труда. Невысокую производительность труда. Смотрите, как интересно. То есть, чем выше производительность труда, тем получается ниже уровень умственного развития. Согласны, нет? Да нет, не противоречит. Да, смотрите. Ну, Тейлор просто через статистику вот пришел к этому. Это интересный результат. Когда человек думает, когда он думает над тем, что он делает, все-таки он несколько замедляет свои действия. Когда он его полностью автоматизирует, он часто перестает думать и делает на автомате. Вот о чем идет речь. И здесь для вычисления, в данном случае с Тейлором, вычисления коэффициента валидности более подходит дисперсионный анализ или, допустим, вычисление корреляционных отношений. Теперь давайте еще рассмотрим, какие же виды валидности также выделяют. Как я сказал, есть концептуальная, есть эмпирическая, вот запишите, существует также конвергентная валидность, проверка методики на конвергентную валидность. В данном случае мы ее сопоставляем с наиболее известными методиками, направленными на измерение того же. Кажется, что-то приближается. Что-то приближается, судя по звукам. Только я не понимаю, что именно. Так, ну ладно. Значит, какое-то бульканье идет такое могучее. Значит, идем дальше. Смотрите, конвергентная валидность. Допустим, мы измеряем предрасположенность к выгоранию, к профессиональному выгоранию, да? Вот мы создали свою методику. Тогда мы берем, допустим, опросник Бойко и опросник MBI, и сопоставляем результаты по ним с тем, что у нас получилось. Вот мы проводим конвергентную валидность. Работает или не работает? Если видим, что результаты по нашей методике показывают совсем другое, а эти две методики, проверенные на валидность, показывают что-то свое, значит, наша методика не соответствует. Это логично. Следующее – это дискриминативная валидность. В данном случае мы сопоставляем результаты, которые получились по нашей методике, с теми методиками, которые имеют другое теоретическое основание, другой подход, другую концепцию. И смотрим, насколько они вместе показывают одинаковые результаты или нет. И несколько дополнительных методов проверки валидности. Ну, давайте сначала обозначим, что же такое критерий валидности. Критерий валидности – это независимый от теста
внешний по отношению к нему источник информации об объекте. Критерий валидности. Независимый от теста, внешний по отношению к нему, к тесту, источник информации о измеряемом психическом свойстве, допустим, или об объекте. Вспоминаю второй метод. Как одна выступающая измеряла повышение тревожности у пациентов в предоперационный период. То есть вот смотрите, здесь критерием валидности для нас что является? Если мы измеряем тревожность, вот она установила, что тревожность по неизвестным, никому неведомым причинам у пациентов повышается в предоперационный период. Я не знаю, чего она ожидала, но вот как-то странно повышается. Значит, критерием валидности для нас здесь является что? Наличие? Наличие пациента в палате. Если он оказывается в палате, то, скорее всего, в ожидании операции почему-то по неизвестным никому, по неизвестным науке причинам у него почему-то повышается тревожность. Ну, наверное, она ни разу не была на операционном столе, поэтому ей просто невдомёк почему. Ну, может быть, уже что-то изменилось, ну, я не знаю, бывает всякое. Я потом этот случай как раз назвал, что она, скорее всего, потом эмигрировала в Британию, и так появились британские ученые. То есть, в принципе, казалось бы, очевидное, но ее это очень сильно удивил такой вопрос, такая странная закономерность. Вот это критерия валидности. Теперь, какие еще мы можем проводить проверки валидности? Запишите, метод известных групп. Метод известных групп. Ну, достаточно распространен. Что это такое? Мы создали тест, простите, не мы, а вы, допустим, да, создали тест, и нам, простите, не нам, а вам, надо его проверить. Что для этого вы делаете? Вы берете группу испытуемых, с которым вы уже провели батарею психологических тестов. Перевод на русский язык, вы о них довольно много знаете. То есть это ваши испытуемые, с которыми вы энное количество времени работали. И в целом вы по ним уже знаете, к какой группе, по какому критерию они относятся. И вот проводите тестирование по вашему новому тесту и смотрите, что получается. Совпадает это с ними или нет? Но здесь прошу обратить внимание, данный метод имеет очень серьезный недостаток. Очень серьезный недостаток. В диагностике очень важно именно наличие прогностики. Вот смотрите, важно не просто зафиксировать, да, что это так, а зафиксировать, как это дальше будет развиваться. Помните, я говорил в трех направлениях: в плюс, в нейтральный или в минус. А здесь прогностики нет. Вот в случае известных групп мы оцениваем поведение, которое происходило в прошлом, а прогноз поведения мы здесь сделать не можем на будущее. Мы просто говорим, соответствует тому, что с ними было раньше, вот результаты нашего теста, или не соответствует. Но все-таки метод известных групп довольно иногда бывает и интересен, несмотря на этот недостаток. Допустим, вы берете наиболее успешных учащихся, или берете самых неуспевающих учащихся. И по ним как раз проводите замеры и смотрите, насколько это соответствует, насколько результаты соответствуют их поведению, которое вам уже изначально известно. Собственно, и на этом-то все не заканчивается, как вы прекрасно догадываетесь. Посмотрите, тест проходит проверку на надежность и на валидность, но дальше, что обязательно мы должны предусмотреть в этом тесте.
мы должны предусмотреть так называемую репрезентативность тестовых норм. Что это такое? Репрезентативность тестовых норм. Это правомерность использования этих тестовых норм в большой группе людей. Ну, банальные примеры. На самом деле, вот здесь часто люди, ну, студенты чаще, магистранты, аспиранты могут допускать некоторые ошибки. Аспиранты меньше, магистранты периодически, студенты также. Тест, который создавался на одной выборке, допустим, в одной стране, не может с такой же успешностью использоваться в другой выборке. Вот недавно, не помню, кажется, дня два назад или три назад, время быстро летит, я читал лекцию по педологии. И у педологов как раз в 20-е годы была такая особенность, необходимо было проводить тестирование больших групп испытуемых. Что они сделали? Они переводили зарубежные тесты и сразу начинали их применять. Практически без адаптации. То есть, вот смотрите, надежность в ряде случаев страдала, о ней речи не шло, валидность тоже страдала. Что они получали в результате? В результате они получили весьма печальную историю, когда одному из педологов пришлось провести тестирование Василия Сталина. И результаты тестирования Василия Сталина показали средние умственные способности. Отец не выдержал, и это послужило последней каплей для того, чтобы разгромить педологов. Ну, это одна из легенд есть, что как раз дали нехорошие показатели. Кстати, что-то подобное было с Бушем-младшим. Когда он стал президентом, сначала недоброжелатели, а точнее доброжелатели, напечатали данные, что у него... Сначала были недоброжелатели, вот так было. Сначала сказали, что у него самый низкий уровень интеллекта среди всех президентов Америки за 20 век. А на следующий день сразу резко перепечатали. Нет, самый высокий уровень интеллекта среди всех президентов Америки. Но это тот самый президент, который совершил три подвига. Вот до этого, когда я, допустим, лежу на диване, и мне приносят булочку, я стараюсь ее не есть, чтобы не повторить подвиг короля баварского Отто, который лежал на кровати, ел булочку, подавился и умер. Вот. А Буш-младший совершил три подвига. Первый подвиг. Он, как настоящий техасский ковбой, постарался подоить корову, оказался это бык. Не спрашивайте меня. Ну, хорошо, что он понимает, что это корова, а не коза там или еще кто-то. То есть это уже очень важно. Второе. Он увидел НЛО, это оказалась Луна. И третий подвиг, который он совершил, когда он смотрел бейсбол, он тоже подавился, кажется, чипсами или чем-то, но выжил. Что, естественно, доказывает высокий уровень интеллекта у него. То есть это тоже было очень важно. На самом деле, безусловно, ну, о высоком уровне интеллекта там говорить не приходилось, средний. Но он, естественно, был, тем более семья весьма достойная, семейство Буши. И, простите, человека с низкими умственными способностями навряд ли все-таки смогут поставить в качестве президента. Как бы, да, это тоже надо понимать. Но средние, да, были, ну, не слишком высокие, не завышенные. И вот, собственно, с педологией случилась та самая история, когда репрезентативность тестовых норм особо не проверялась. На основании чего были сделаны выводы, не совсем понятно. И в какой уровень IQ был у Василия Сталина, мы, в принципе, особо не знаем. Мы знаем его биографию, но вот знаем его особенности характера, но вот все остальное, простите, мы не имеем этой информации. Вот репрезентативность тестовых норм. Если эта методика создается в Америке, мы не можем ее использовать в Тверской губернии. Но не можем. Мы должны ее сначала пройти проверку этой методики, проверить ее на репрезентативность тестовых норм. А там, может быть, немножко другие значения. То есть настроить ее. Там могут быть совсем другие значения. Мы должны его, знаете, как тонкую настройку в радиоприемнике проводите вручную. То же самое сделать с этим тестом. В ряде случаев она может показывать погоду. В 90-е годы прошлого века в нашей стране тоже периодически использовались и достаточно радостно диагностические методики, просто переводные, без проверки на валидность и надежность. К чему это приводило? К тому, что они были, но они особо не работали.
Вот это репрезентативность тестовых норм. Теперь еще вопрос. Вот смотрите, методика создана. В методике есть очень серьезная особенность. Она недолговечна. Общество меняется в среднем каждые 10 лет. Ну, не вопрос, я уже вопрос задавать не буду, я просто на него отвечу. Сам задал вопрос, сам ответил, шизоидный преподаватель. Значит, в данном случае, смотрите, каждые практически 8-10 лет методику нужно проверять на репрезентативность тестовых норм. Общество 20-х годов отличается от того же общества 10-х годов или нулевых годов. Согласны? Значит, уже нормативы поменялись. Отчетливо мы это фиксируем, допустим, на опроснике ПДО Андрея Евгеньевича Личко, который как раз изучал подростковые психопатии у советских школьников. И там он объяснял это некоторыми завышенными нормами. А сейчас поймайте на улицу любого, он вам даст довольно такие специфические данные, которые по Личко будут означать довольно высокий уровень психопатии у подростков. Это говорит только о том, что общество поменялось. Сегодня я читал лекции по юридической психологии, и там как раз, среди прочего, говорил, что на характер криминального поведения в ряде случаев может оказывать влияние такие факторы, среди прочего, как экологические условия. Это то, чем мы дышим, то, чем мы питаемся, это тоже сказывается. Информационные условия, они тоже оказывают серьезное влияние. Да? То есть здесь вот обратите внимание, это тоже те факторы, которые постепенно могут менять общество. Согласитесь, когда вы приезжаете на природу, но это не в парк, а куда-то на природу, вы там себя чувствуете по-другому, нежели чем в центре города. Да, есть разница? А теперь представьте, люди, которые живут не в городе, и люди, которые живут в городе. Поведение абсолютно разное. Саджид, скажите, пожалуйста, вот с вашими соотечественниками, которые живут где-то в высокогорье, общались? Ну, в горах, допустим. Но не совсем в горах, имеется в виду. Ну, вдалеке от городов. Вот поведение другое будет, нежели чем, да, отличается. Вот это как раз та самая репрезентативность тестовых норм. То же самое, Россия, да, она большая достаточно. Мы берем крайний север, мы берем Дальний Восток, мы берем Сибирь. И мы с вами понимаем, это абсолютно разные критерии, абсолютно разные нормы могут быть. Поэтому тесты нуждаются в этой перепроверке. Приблизительно каждые 8-10 лет. Поэтому, когда мы берем тест, в первую очередь мы сначала смотрим, вот запишите, что мы должны делать, когда мы берем тест. Первое. Мы смотрим, в каком году и кем методика создана. Раз. Второе. Мы сразу обращаем внимание на ссылки на исследования авторов методики, или, если методика переводная, кто проводил адаптацию этих тестов. У нас таких исследователей можно сходу назвать несколько, которые довольно многим занимались адаптацией многих тестов, но сейчас не будем об этом. То есть, кто проводил адаптацию тестов. Следующее, на что мы должны обязательно обратить внимание. Если тест, допустим, нулевых годов, проходил ли тест проверку на репрезентативность тестовых норм? А вам это, кстати, если вы в интернете ищете тесты, навряд ли кто-то будет говорить. Понимаете, да, проблема? И очень часто бывает, берут старые тесты, начинают их использовать, а они, честно говоря, показывают некоторые старые данные. Они основаны на старом обществе, а общество поменялось. Вот, допустим, именно эта проблема очень серьезная, когда мы говорим о тестах семейных отношений. Вы знаете, да, что с семейными отношениями у нас, ну, не слишком, как бы сказать, все ровно и стабильно в стране, и не только в нашей стране. В этом плане, наверное, несколько проще, допустим, мусульманским семьям, в силу того, что они более нацелены на прежние каноны поведения, но устоявшиеся консервативные каноны поведения. И, скорее всего, там этих проблем может быть меньше, в чем я очень сомневаюсь. Я думаю, они есть, но они просто немножко немножко блокируются. Или в силу культуры приходится с чем-то смиряться, да, вот в каких-то условиях. Но это немножко другое. У нас же в данном случае, естественно, это проблема. Так же, как проблема и в Европе.
То есть нестабильность семейных отношений. Кстати, еще один момент очень странный. Европейцы проводили сопоставление семейных отношений в нормальных парах и в однополых парах. И интересно, что и там проблемы. То есть, в принципе, не важно. Да? А проблемы оказываются тем же самым. А с чем это связано? Это связано с тем, что диагностика по факту должна как-то подстраиваться к изменениям общества. А каждые 10 лет создавать новую методику бывает сложно. И вот, допустим, диагностика семейных отношений, у нас есть тесты. Но ряд из них работает весьма и весьма специфично. То есть, вот смотрите, так же, как, допустим, полицейский всегда идет за преступником, а не наоборот. Ну, а если он пойдет впереди преступника, это не срабатывает презумпция невиновности. Человек еще ничего не совершил, а ему уже инкриминирует какое-то преступление. Согласитесь, это будет уже как-то странно. Это уже будет немножко попахивать 30-ми годами прошлого века в нашей стране. Репрессиями и прочим. Вот то же самое с диагностом происходит. Диагност, к сожалению, не успевает часто за изменениями, которые происходят в социуме. И поэтому тесты могут немножко устаревать. В этом их очень большая проблема. А учитывая то, что наши тесты в большинстве своем адаптированы, это зарубежные тесты, которые адаптируются, нет, есть отечественные, их, по счастью, тоже достаточно, но преобладают зарубежные, может быть, вы обращали на это внимание, да? И причину этого вы тоже знаете. Причина, ну, печальна, ну, к сожалению, это так. 1936 год, о педагогических извращениях в сфере наркомпросов, когда психодиагностика оказывается под запретом, и до практически 60-х годов отставание идет, а диагностика зарубежная продолжала развиваться. Вот это отставание, оно действительно сказалось очень серьезно. И оно, естественно, и сейчас дает себя в некотором смысле знать. Теперь еще один момент, очень важный в тестах, который мы обязательно должны учитывать. Тест, если мы хотим, чтобы он был качественным, по возможности должен включать в себя шкалу лжи. Шкала лжи. Это проверочная шкала, которая, в принципе, вкрапляется в основной текст вопросов. Что-то мне подсказывает, я вам об этом уже говорил, да? Или в каких-то лекциях об этом говорил? Вам говорил, да, по психодиагностике? Просто я сейчас много лекций читаю, поэтому я уже не помню точно, в какой из них я говорю. Значит, шкала лжи. Что это такое? Это проверка ответов с позиции защиты этих ответов от мотивационных искажений. От мотивационных искажений или социальной желательности. Часто испытуемый отвечает так в соответствии с социальной желательностью. Например, вы любите детей? Да. А сам, ну, может спокойно к детям относиться, а может вообще их не любить. Или, допустим, мотивационные искажения. Человек хочет все-таки, чтобы его взяли на эту работу, и он всячески говорит, какой он хороший. Господи, ну, рекламу включите по телевизору и посмотрите, там все очень хорошее. И домохозяйки крайне счастливы со стиральным порошком. То есть там все здорово. Но проблема немножко в другом, что все равно это некоторые искажения. Когда мы смотрим на эти переигрывания, на эти счастливые люди, которые поедают сметану, мы волей-неволей задумываемся. Да? Вот можно ли такое счастье испытывать от этой сметаны, от этого мяса, которое рекламируется и прочее. Ну, очень счастливые люди. Либо они очень голодные, им дали эту еду, тогда понятно. Но на самом деле немножко. То есть вот это вот то, что связано со шкалами лжи. Ну, Коля, об этом я говорил, значит, сейчас уже повторяться не буду. Теперь, пожалуй, давайте перейдем к части второй нашего марлезонского балета. А именно, это очень важный вопрос, как нужно создавать опросник. То есть, это создание теста опросника. Вот вам периодически придется это делать в своих исследованиях, волей-неволей, но придется. И здесь надо знать, каким образом мы должны выстраивать эти вопросы, какие они бывают. Вот в свою бытность, еще в прошлом веке, в начале этого, я был заведующим лабораторией психологической диагностики. И мне приходилось заниматься очень важными вопросами,
именно созданием новых тестов и классификацией компьютерных тестов, которые были, допустим, да, блочное тестирование, ступенчатое тестирование. Ну, давайте я вам объясню, чтобы было более-менее понятно. Вот смотрите, вы создаете тест 50 вопросов. 5 шкал. Понятно, да? Соответственно, 10 вопросов – это одна шкала. Общее время ответов приблизительно сколько? 50 вопросов. Ну, где-то около 25 минут займет это, да? Догадываетесь. Если, конечно, не очень сложно выстроены вопросы в заданиях. Если вот будет вопрос, часто ли вы задумывались о том, что вам нужно редко общаться с людьми, с которыми вы бы хотели общаться, но периодически, но сейчас об этом не думаете, вот пока вы все вот это вот постараетесь разобрать, вот этот клубок, который вам кот понамешал, да, вот в нитках, считая, что он играется, а на самом деле перепутал все, вы устанете. Если вы прочитаете несколько таких вопросов, вы уже убиты. Вы уже на 10-м вопросе дальше не сможете отвечать. Вы уже будете отвечать кое-как. Ну, я в прошлый раз, в прошлой лекции говорил, что некоторые создатели тестов вот попадаются на очень такие опасные удочки. Первое – это попытка мудрствования, когда создают тесты, чтобы перегрузить человека. А второе – это, наоборот, дать простой вопрос, дать правильный ответ, и остальные, остальные варианты ответов в вариантах дать как раз самыми тупыми, самыми простейшими, чтобы испытуемый сразу понял, вот это верно, а остальное нет. Ну, когда-то я создавал тогда опросники для ускоренников, такой первый, просто пробный, и у меня был такой опросник, 10 вопросов. В каждом вопросе 3 варианта ответа и 3 попытки и 2 варианта ответа. Ну, я так шутил. Не поняли, да? Ну, ладно, пусть. Хорошо, значит, идем дальше. Вот, смотрите, что такое блочное тестирование? Блочное тестирование. Испытуемый верно ответил на 6 вопросов из одного блока. Если он ответил на 6 вопросов, мы его дальше допускаем отвечать на 7, 8, 9, 10 в этом блоке или переключаем на следующий. Вот запишите, в блочном тестировании, вот пока на все не ответит, дальше не перейдет. То есть здесь ему дается 50 вопросов, в любом случае 25 минут. А в ступенчатом тестировании все гораздо проще. Смотрите, как интересно получается. Он на 6 вопросов, допустим, ответил верно. И система его автоматически переключает на второй блок. Вот скажите, 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6, сколько получится? 5 и 6. Молодцы. Да, и вот в данном случае очень важно то, что мы экономим время. Экономим время в компьютерной лаборатории. И самое главное, наш испытуемый меньше утомляется. Скажите, пожалуйста, какой вид вот подобного тестирования оказывается более успешным? Правильно задумались, сам не знаю, потому что в ряде случаев спорно. Человек может, допустим, по одной теме знать как раз вот эти ответы, 6, которые он ответил, а остальные не знать, и тогда мы их пропустим. И иногда лучше, чтобы он ответил на все вопросы, и мы будем знать точную характеристику его. Но с другой стороны, когда он пройдет это тестирование, он будет очень усталым. А в случае, когда его переключают, да, с одного блока на другой, если он успешно отвечает, там мы экономим время, и он меньше устает. Ну, так. Ну, ладно. Значит, смотрите, когда мы создаем методики, давайте все-таки начнем с личностных опросников. Личностные опросники наиболее распространенные, классификация их самая разнообразная. Есть много вариантов классификации личностных опросников. Диагностики личностных качеств. Но надо сказать, что именно при создании личностных опросников наибольшая проблема, которая появляется, это проблема выявления валидности. Догадайтесь, почему? Потому что человек – это не машина. Вот в свое время, в 70-е годы прошлого века,
у нас пробовали создать математическую модель конфликтов. Чуть позже в нашей стране старались проводить математические модели экономического развития. Все это прекрасно. Чуть позже в нашей стране, в нашем городе, постарались создать, я не знаю, как она работает. В общем, это была система, которая должна была управлять дорожной ситуацией в Москве. То есть, если до этого были пробки, вот эта система должна была автоматически работать и обрабатывать информацию, где какой светофор включать для того, чтобы пробок было меньше. То есть, она сама автоматически регулировала бы дорожную ситуацию в городе целиком. Ну, как-то эта система у нас толком не появилась. Кстати, если мы берем город, где у нас институт, там с этим вообще беда, да, с этими светофорами, но это не столь важно. Так вот, очень важный момент, что появилось другое. Что появилось другое? А появились выделенные полосы, которые немножко эту задачу решили более просто, не мудрствуя лукаво. И тогда хотя бы городской транспорт смог ездить отдельно. Вот всех остальных дружно толкаясь в пробках и весело переругиваясь. Вот смотрите, человек – существо достаточно противоречивое. И когда он о чем-то одном думает, да, у него все равно может быть два или три варианта каких-то. У него может быть индивидуальный опыт, могут быть свои какие-то отношения к происходящему. Естественно, создать опросник, личностный опросник, который бы очень точно диагностировал внутреннее состояние испытуемого, не так просто, как кажется. Я думаю, вам это и не кажется. И вот здесь как раз надо обязательно учитывать, для того, чтобы валидность была высокой, несколько очень важных характеристик. Давайте все-таки к ним перейдем. Значит, первое. Какие проблемы возникают при создании таких опросников? Проблемы. Первая проблема – это установка на согласие. Установка на согласие. Мы с этим сталкивались. И не раз, и не два. Часто мы с этим сталкивались. Вот смотрите. Вы даете вашему испытуемому тест, а ему на него лень отвечать. Он просто может быть спортсмен, футболист, и читать вот, не любит. Что он делает? Он на все отвечает «да, да, 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 да». Что у вас получается в результате? Что-то, да, вот, Кать, верно изобразили глаза, и именно это и получается. Вот такое же выражение лица получается. То есть вы видите результат, который немножко дикий. И, естественно, это только мешает исследованию. А такое бывает. Сталкивались с подобным вариантом поведения испытуемых? Или просто нет, 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 нет. Или еще что делают спортсмены. Я почему говорю спортсмены? Мы футболистов диагностировали, точнее, у меня дипломники. И вот мы с этим столкнулись. Или еще. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Там много вопросов. Вот на каждый вопрос отвечают. На первый. Первый отвечает, на второй, второй, на третий, третий. И дальше идет вот таким образом. Кого они обманывают, я не знаю. Зачем они это делают? Они воруют свое время, воруют наше время. Свою бытность в начале нулевых годов я в интернете раскопал странные достаточно... статью, где-то в архивах она у меня хранится, в моих терабайтах бесконечных, «Как обмануть методику Люшера». То есть, смотрите, кто-то озаботился этой проблемой. То есть, восьмицветник Люшера обмануть, а зачем? Ну, я не знаю, как обмануть дверную дверь, вот приблизительно то же самое. А зачем ты ее будешь обманывать? Но если ты ее обманул, двери, какая разница? То есть, смотрите, восьмицветник Люшера замеряет эмоциональное состояние на моем тестировании. Что там пишет автор? Психологи любят восьмицветник Люшера, и на основании его определяют шизофрению и беременность. Судя по всему, и то, и другое у автора этой статьи было. Причем постоянно. Так, и он там как раз предлагает такое гениальное решение, как обмануть этот опросник. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Говорит, так отвечайте, тогда вы обманете, и психолог никогда не догадается, кто вы. Да нет, психолог уже догадался. Но дело не в этом. Просто вот бывают некоторые нюансы. Это установка на согласие. Это сюда же. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, допустим, восьмицветник. Или здесь вот попытка, ну, я бы так сказал,
противодействовать тестированию. Вторая очень серьезная проблема – это установка на социально одобряемые ответы. Социально одобряемые ответы. Ну, социально положительные ответы. Вы хороший человек? Да. Вы не любите, когда другие люди поступают плохо? Нет. Вы любите других людей? Да. Вы всегда поступаете правильно? Очень сильно да. Да? И так далее. То есть здесь, конечно, будет отвечать положительно. Я, безусловно, немножко утрирую, но социально желательные ответы, естественно, тоже могут вызывать некоторые подозрения. Но, понимаете, слишком положительный человек, вот когда он встает со стула, он встает вместе со стулом, от того, что он очень сладкий. Это вот очень похоже. Но не бывает такого. Человек всегда человек. Следующая, третья проблема – это установка на неопределенные или средние ответы. Вот смотрите, как только появляются средние ответы, а что это средние ответы? Да, нет, не знаю. Сталкивались? Не знаю, затрудняюсь ответить, не уверен. Что делает наш испытуемый? Он сразу это отвечает. Кто вы, мужчина или женщина? Он так и пишет. Затрудняюсь ответить, да? Вот. Что вы любите есть? Что вы любите кушать? Да, три варианта ответа, там, ну, что-то написано, там пишешь, не уверен, там, не знаю, и так далее. То есть вот тут получается очень странный ответ. Тоже попытка убежать. Следующая проблема, тоже частая, это установка на крайние ответы. Крайние ответы. Ну, знаете, это то же самое, как человек, который садится в столовой и обязательно любит все максимально перчить или солить. Только в данном случае вот эта крышечка, которая как раз сдерживает перец и соль, она отлетает. И тогда он как раз в это блюдо все как раз и выбрасывает. Ну, есть он это будет навряд ли. Что-то подобное я ел в Берлине, когда мне дали утку по-пекински, и у меня спросили, вам острую или как бы среднюю? Я говорю, ну, конечно, острую, я же острую люблю. Но я просто не знал, что это такое. Острую еду я люблю есть. Но это было очень острое блюдо, и мне очень жаль, но я опечалил людей в этом ресторане, что я не смог ее есть. Да, я просто сильно плакал. Не потому, что мне было жаль этих денег или этой утки. Нет, просто потому, что оказывается там другие критерии. Острое и среднее. Как бы, да, среднее – это по нашим критериям крайне острое. А острое – это означает, простите, для экстремальщиков, для отморозков. Кто такие отморозки? Незаконно рожденный сын Деда Мороза. Это примерно они должны такое есть. Вот критерии другие. И вот здесь установка на крайние ответы тоже бывает. То есть они отвечают только на крайний ответ. Пятая проблема – это очевидная валидность вопросов. Вот что это такое? В данном случае ответ на вопрос все равно воспринимается как правдивый. Допустим, первый вариант. Помните, в прошлый раз я приводил пример. Я перестал бить свою жену, да, и вариант ответов «да» и «нет». Или третий, мы сейчас сказали нейтральный «не знаю», допустим. Да, вот «да», значит, раньше бил и перестал. Нет, следовательно, продолжаешь бить, опять неверно, да? А не зная, соответственно, в измененном состоянии сознания, судя по всему, да, пока находишься и пока не разбираешь, бьешь или уже перестал. Вот. То есть вопрос сам по себе очень и очень специфичный. А здесь получается, на положительные вопросы испытуемые отвечают положительно, на отрицательные – отрицательно. Вы поступаете правильно? Да. Вы не поступаете неправильно? Нет. Вот, кажется, абсолютно очевидная такая валидность получается. Хорошо поступать хорошо, плохо поступать плохо. Помните, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Вот та же самая история. То есть люди, в принципе, так и отвечают, очевидно. И мы здесь опять сталкиваемся с некоторыми нюансами. И последнее запишите еще проблема. В тестах интеллекта или в тестах специальных способностей задание, в принципе, часто связаны с другими дополнительными характеристиками. С другими дополнительными характеристиками. Допустим, смотрите, если мы замеряем интеллект, мы должны понимать, какой интеллект. Вербальный интеллект, правильно?
если это вербальный интеллект, эмоциональный интеллект, если это эмоциональный интеллект и так далее. И в данном случае одной только этой методикой ограничиться нельзя. Она явно говорит о том, что есть некоторая комплексная совокупность каких-то элементов, которые в данный тест полностью не замеряют. Он просто-напросто слегка прикоснулся вот к этому элементу, но полностью его не показывает. А если мы проводим этот тест, вот смотрите, 16 PF, Кетел, там есть шкала B, это шкала интеллекта. Согласитесь, странно, да? Опросник на межличностные отношения. И вдруг шкала интеллекта всплывает. Вот в данном случае мы прекрасно понимаем, если эта шкала B оказывается высокой, то, в принципе, с интеллектом человек дружит, это прекрасно, но мы же все равно должны будем еще провести какой-то интеллектуальный тест для того, чтобы сопоставить, да, насколько это работает. Кстати, это по поводу валидности, обратите внимание. Да, допустим, проводим Айзенка или Векслера и проводим 16 PF Кетелла, шкала B. И тогда смотрим, насколько они работают. Они работают, он не сопоставляется. А у меня когда-то в моей практике был очень забавный случай, когда к нам должны были приехать с Камчатки наши коллеги. И первоначально они нам прислали, а интернет тогда работал не очень хорошо, прислали данные по методике 16 PF по учащимся. А я как раз проводил замеры на двух вузах, наших московских, тоже по 16 PF. У меня получалась следующая история. Наши студенты-гуманитарии показывают средние значения по шкале B, по Кетеллу. Но когда я сопоставил с результатами, которые мне прислали с Камчатки, я удивился. У них у всех очень высокие значения по шкале B. Они все шибко умные люди, однако. А мы шибко не очень умные. Это меня немножко насторожило. Дальше я завел с ними переписку. И потом выяснилось, что, оказывается, в Архангельске существовала своя версия методики 16 PF. Переведу на русский язык. Вот была методика. Приходит человек, вы неправильно делаете. Я это вижу по-другому. Вот эти шкалы должны быть вот так, а эти вот так. И вот он, собственно, что-то свое создал, творческое. Может, он вообще к психологии особого отношения не имел. И что-то получилось. Итог. Мы впустую потратили время, анализируя камчедалов. Им пришлось переписывать все эти данные. А мы потеряли несколько месяцев, тогда было медленно все. И тогда я для себя четко понял, что перед тем, как, допустим, проводить сопоставление методик, надо обязательно спрашивать, по какой публикации вы берете этот тест, где именно вы его взяли, пришлите, только при сопоставлении их мы можем сказать, что мы проводим совместное исследование. Кстати, в дипломных работах вы обязаны в приложении обязательно прикладывать те тесты, которые вы использовали в своем исследовании. Зачем это делается? Отнюдь не из вредности. Тем более, что это в общий текст вашей работы не вписывается. Работа оканчивается оглавлением. В смысле, списком литературы. А дальше идут приложения. Зачем это нужно? Вот прошло энное количество лет, кто-то зашел в библиотеку, а дипломные работы должны храниться в библиотеках энное количество времени, заинтересовался вашей работой, открывает вашу дипломную работу, видит тот тест, который вы использовали, и при условии, что этот тест еще не испортился, то есть время его не прошло, он его заново проводит и после этого сопоставляет результаты. И тогда мы как раз проверяем, есть репрезентативность тестовых норм, она есть, как бы, да, и какие результаты у нас получаются. Вот это очень важно. Вот, ну, вот такие вот основные проблемы. Посмотрите. Еще одна существенная проблема – это установление адекватного критерия валидности. Вы знаете, в диагностике это очень сложно. Если в журнальной диагностике, что такое журнальная психодиагностика, да, элементарно. Какая вы домохозяйка? Любит ли ваш муж вас? Сколько у вас детей? И так далее. Это журнальная психодиагностика. По поводу третьего названия теста я пошутил. Вы даже не отреагировали. Ну ладно. Значит, смотрите. То есть, если тест такой задается, уже более-менее понятно, человек будет сомневаться или ему интересно сколько. Ну, у меня был такой пример, когда в университете ко мне подходит коллега с соседнего факультета, говорит: «Дмитрий Анатольевич, здравствуйте, как супруга, как дети?» Я говорю: «Вы знаете, я вернусь домой, обязательно проверю. До этого вроде бы
меня их много не было. Вот, но я проверил, ну, все было нормально, он ошибся. Значит, но дело не в этом. Значит, смотрите, это очень важный момент. То, что касается адекватного критерия валидности. Вот, допустим, запишите пример. Авторитарность. Что такое авторитарность? Мы знаем. Но на что мы здесь будем опираться? Мы будем опираться на определенные рейтинги, при помощи которых это как раз авторитарность устанавливается по другим исследованиям. А она имеет отношение к объективному, к объективной информации или нет? Рейтинг относится к объективной информации? Если бы рейтинг относился к объективной информации, мы бы с вами очень легко вычисляли людей гениальных, творческих и так далее, как бы, да, но это не всегда так. Вы знаете, да, что каждый человек имеет некоторые свои не только выбросы, нюансы и особенности, и часто не вписывается в общий рейтинг. В рейтинге, как правило, попадаются люди, у которых, ну, это те люди, которые для большинства, для средней групповой нормы, им свойственны эти черты. Это рейтинг. Но то, что свойственно для большинства, не является нормой. Помните, я говорил вот в одной из лекций, что такое критерий нормы? Если человек не представляет опасности для себя или для окружающих, если он продуктивно функционирует, это норма. А когда он просто-напросто ведет себя как большинство, как серая мышь, какая же это норма? Это не норма, это нормативность поведения. И вот здесь как раз адекватные критерии валидности. Как мы можем реально измерить? Или, допустим, смотрите, выгорание, да, профессиональное выгорание. Вот насколько мы можем судить о объективном выгорании человека вот по одному тесту? То есть здесь только на рейтинге мы можем соотноситься по общим данным, по другим исследованиям, смотреть, как часто это происходит. Но запишите, рейтинги – это неадекватный часто инструмент. Если бы просто мы судили только по рейтингам, то вообще тестирование не нужно. Вообще не нужно. Вот посмотрели статистику и сказали, этот хороший работник, этот плохой работник. Зачем нам их еще тестировать? Так все понятно. Вон, пришли в школу. У вас есть отличники, есть хорошисты, есть троечники, есть двоечники. Вот двоечников убираем, троечников убираем, оставляем хорошистов и отличников. Вот так. Вот вам по рейтингу мы провели такой замер. Зачем их еще тестировать? Кому это надо? Устраивает вас такая логика? А мы еще должны не забывать, что среди троечников бывают разные. И даже среди двоечников бывают разные. А как только мы эти две категории убираем, то среди хорошистов и отличников уже снова начинает меняться градация. Перетасовка происходит. У них уже немножко свои появляются какие-то критерии поведения и обучения. Вот так. Теперь давайте перейдем к последней части нашего сегодняшнего марлезонского балета. Это правила формулирования вопросов в личностных опросниках. Правила формулирования вопросов в личностных опросниках. Первое. Это вопросы с ответом «да-нет». Пример. Ну, классический пример. Любите ли вы есть плов на пляже? Варианты ответов «да» или «нет». Характерная реакция. У Саджиды своя реакция, у Кати другая реакция. Так, я специально задал вопрос, чтобы немножко совместить, смоделировать. И сразу посмотрел реакции, сразу разные. Совершенно да. Нет, ну на пляже навряд ли, но с другой стороны, плов это вкусно. Но на пляже бывает сложно, если он жирный, да, как вариант. Еще, любите ли вы загорать на пляже? Ну, вариант да или нет, правильно? Третьего не дано. Здесь все более-менее понятно. Второй тип вопроса. Это вопросы с ответами в стиле плюс, кружочек, минус. Приведу пример. Да, кружочек это затрудняюсь ответить или не знаю, и нет. То есть здесь уже три варианта. Да, не знаю, нет.
Но проблема вот в этой дополнительной категории большая, потому что энное количество испытуемых к этому прибегают. И она, запишите, вот этот вариант ответа, средний, он не информативен, он ничего не дает. Первоначально у Айзенка в его методике EPI, Айзенк, Personality Inventory, так она называется, личностный опросник Айзенка, была как раз вот это среднее значение, и оно, в принципе, никаких результатов не дало. Вот, поэтому, в принципе, чаще используют дихотомию, да, вот первый вариант, чем второй. Третий вариант вопросов запишите, это альтернативные задания. Альтернативные задания, там идут ответы, правда или неправда. Ну вот, запишите пример. Я люблю потолкаться в метро в час пик. И два варианта ответа, правда или неправда. Естественно, простите, не я, а вы. То есть в данном случае вы отвечаете, а не я. Я не люблю. То есть это такое альтернативное задание, в котором надо просто выбрать, правда или неправда. Иногда это логично. Следующий вариант ответов – это ответы в стиле «нравится» или «не нравится». Это присутствует в динамическом опроснике личности, DPI так называемый. Нравится или не нравится? Кстати, DPI – это проективный опросник. Следующий, пятый вариант ответов – это ответы с рейтинговыми шкалами. Ответы с рейтинговыми шкалами. Что здесь присутствует? Это семибальная шкала, в которой вы должны построить рейтинг. Ну, чтобы было понятно, допустим, подобный вариант вы можете встретить в методике ТВ-80. Отечественная методика. Михаил Бородянский ее предложил. Сайт, если не ошибаюсь, не буду врать, но вы его, в принципе, быстро в сети найдете. Дело не в этом. Там как раз надо обязательно ответить на вопрос, выставив определенный рейтинг каждому вопросу, да, насколько вам это свойственно. А, нет, простите, у Бородянского там, да, нет, не знаю. Нет, просто бывают некоторые варианты, когда мы выставляем рейтинг. Допустим, от 1 до 7 баллов. А еще варианты от 1 до 5. Вот смотрите, допустим, у Люшера в его четырехцветном человеке, помните, там деление, да, тоже присутствует. Насколько это вам свойственно? Часто свойственно или не часто свойственно? Какие варианты еще бывают? Очень сильно выражено, не знаю. Слабо выражено, совсем не выражено. Пятибалльная система рейтинга. Вот запишите, с точки зрения вот этого рейтинга есть очень большая проблема. Потому что, когда вы начинаете отвечать на подобный тест, вы начинаете уставать. А почему вы устаете? Потому что в голове вам приходится все равно держать все варианты ответов. Несмотря на то, что они перед вами на дисплее. Это сложно. Не так просто, как кажется. Поэтому через некоторое время испытуемый начинает плыть и отвечать не совсем точно. Следующий вариант. Это следующий вариант. Так называемая
трихотомическое задание. Трихотомическое задание. Трихотомическое задание. Запишите, пожалуйста. А когда мне нечего делать, когда мне нечего делать, двоеточие. Я могу. А. Позвонить другу. Как передача «Кто хочет стать миллионером?» Я могу А. позвонить другу. Б. Разгадывать кроссворд. В. Пойти на концерт. Вот, смотрите, так называемая трихотомия. То есть получается, испытуемый сам логически завершает предложение, и три варианта завершения предложения вы даете. Кстати, по этой трихотомии еще несколько лет назад пробовали в экспериментальном плане снимать сериалы. Что вы хотите, чтобы было с главными героями? И вот как раз по вариантам. Как большинство считало, что с ними нужно делать, так и снимали дальше. То есть, судя по всему, сценарий был достаточно такой вот плавающий. Это вот трихотомия. Запишите, что в методике Майерс-Брикс, отдельная тема, о которой обязательно поговорим, методика Майерс-Брикс, там такие задания используются, и там есть либо два варианта, либо три варианта, либо четыре варианта вот подобных, ну, как здесь я называю трихотомически. Еще варианты трихотомических заданий использует Кеттел в своем 16PF. Там они выстраиваются следующим образом. Да, затрудняюсь ответить, нет. Да, затрудняюсь ответить, нет. Самыми сложными вариантами ответов является задание с вынужденным ответом. Там обычно их два. Ну, здесь давайте я сейчас не поленюсь. И найду одну чудную вещь, которую я когда-то даже немножко и автоматизировал, но это не столь сейчас принципиально. Сейчас, минуточку, я найду. Кто-то из вас проходил маразм-тест? Вот, обратите внимание, это вроде бы развлекалочка, казалось бы, но на самом деле все гораздо сложнее. Это не развлекалочка. Это возможность научиться правильно строить вопросы и правильно строить ответы. Сейчас я просто зачитаю эти вопросы, а задача весьма-весьма простая. Вот посмотрите, как строится предложение, как строятся вопросы. Ну, тут они идут абсолютно в разброс. Повторюсь, это шутливый тест. К тестированию он, казалось бы, не относится. Но у меня впечатление, что тот, кто его когда-то писал, все-таки это диагност. Это такая профессиональная шутка. Ну, вот варианты ответов наиболее интересные. Меня смущает, когда я падаю. Дихотомическая шкала. Да или нет? Да или нет? Здесь по-другому не дается. Ну, допустим, отвечаем. Дальше. Обнаружив в своей постели носорога, я бываю очень раздосадован. Варианты ответов – да или нет. Кстати, некоторые люди на эти вопросы отвечали с максимальной серьезностью, и после этого меня еще спрашивали, что за странный опросник. То есть вообще без чувства юмора, это было забавно. Некоторые из них были с погонами, кстати. Следующий вопрос. Я испытываю беспокойство, оказываясь в комнатах с волосатыми стенами. Ну, повторю, здесь дихотомическая шкала, соответственно, да или нет, по-другому нельзя. Я не умею читать и писать. Вариант ответов – да или нет. Ну, мысленно отвечайте, как вы хотите. Ну, этот вопрос не столь интересен.
Я думаю, что блюдо из овсянки очень наротичное, да или нет. Мои родители всегда встречали катастрофы с веселой песней. Или вот этот шедевр «Жуки, жуки, 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 жуки», вариант ответов «да» или «нет». Ну и так далее. Как бы, да, это, понятно, диагностический стёб. Но потом будет желание, я вам ссылочку сбросил на вот эту, на этот опросник, который я нас автоматизировал. В общем, тоже ради развлечения, когда давно это было. Попробуйте пройти и поучитесь, да, какие вопросы задаются. При всей кажущейся вроде бы глупости, безусловно, это забавно и смешно, но там есть очень главное. Как правильно задавать вопросы, на которые, в принципе, однозначно вы не ответите. Вот она, дихотомическая шкала. Вот при условии, что такие вопросы мы задаем, мы можем получить какой-то ответ. Да? Вот здесь надо четко продумать, сколько вопросов в опроснике может быть. Ну, естественно, это во многом зависит от количества шкал, которые вы будете продумывать. Но самое главное, мы должны понимать, через сколько времени наш испытуемый начнет плыть, начнет уставать, начнет переключаться. Вот, допустим, проблема современных тестов, которые автоматизируются в телефонах, да, ну, можно там с андроида, допустим, установить их, заключается в том, что у нас наши испытуемые не всегда понимают, что они должны проходить это тестирование, не отрываясь. То есть, как начали, так его и завершить, без перерывов. А мобильный телефон дает возможность ощутить себя свободным от этих норм. И, соответственно, сегодня утром начал, потом где-то в автобусе продолжил и вечером завершил. А данные, информация уже начинает плыть, потому что это неверно. А психолог лишен возможности контролировать поведение испытуемого в данном случае. То есть, да, вот здесь тестирование обязательно должно включать в себя следующие требования. Начал тестировать, начал отвечать на эти вопросы. До тех пор, пока не завершил отвечать, ты не занимаешься ничем другим. При внешней простоте это не так просто, как кажется. Особенно, когда вы проводите дистанционную диагностику ваших испытуемых. Вот здесь бывает сложно. И смотрите еще. Чем более сложный будет вариант ответов, допустим, трихотомия, да, трихотомия бывает разная, да, 5 вариантов, 7 вариантов, 9 вариантов, 10 вариантов есть. Вон, в фототесте Шмелева там 10, если не ошибаюсь. Вы смотрите на фотографию и должны описать эту фотографию по 10 качествам, что человеку больше присуще. Да вы устаете очень быстро. И, естественно, надолго вас не хватит. И тут надо продумать. Вот смотрите, есть волшебная цифра, да? 7. 7 плюс-минус 2. Что лучше всего запоминается? А здесь она не очень будет работать. Чем больше вариантов ответов у нашего испытуемого, тем больше он утомляется. И других вариантов нет. Следовательно, вариантов ответов может быть всего несколько. Ну, допустим, 5. Это тоже сложно, да? Очень часто мне это свойственно, часто свойственно, не свойственно. Вот давайте я сейчас открою четырехцветного человека Люшера. Вот как, допустим, там он это озвучивал. Просто варианты ответов. И сразу все встает на свои места. Кстати, я думаю, с сегодняшнего дня вы уже немножко по-иному будете относиться к тестированию, смотреть. Вот смотрите варианты ответов у него. 5 баллов. Есть. Ну, не в смысле кушать, обедать, завтракать. Есть. Наличествует. 4 балла. Скорее есть, чем нет. 3 балла. Может быть. 2 балла. Скорее нет, чем есть. И 1 балл нет. Просто. Согласитесь, вы устаете. И проблема заключается в том, как автор предусматривает прочтение данной инструкции испытуемого, мы не имеем права ее менять. И здесь мы прекрасно понимаем, либо переводчик перестарался, скорее всего, именно так. Либо, может быть, Люшер не считал нужным это сделать более целесообразным. Сейчас я выйду на сайт Бородянского, посмотрю, сколько там у него вариантов ответов. Просто мне это принципиально важно уже стало, коли я его сегодня вспомнил. Его методика ТО-80, она тоже связана с поведением. Сайт называется ПСИ-8. Ну, ладно, бог с ним. Значит, смотрю, что у него с тестами. Mm-hmm.
Вот. Значит, меня интересует только одно. Вариант ответа. О, я так и думал. Вот, смотрите. Допустим, первый вопрос. Иногда хочется, чтобы решение за меня принимал кто-то другой. Варианты ответов. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В начале, там, где 0, конечно, нет. Там, где 5, не знаю. Там, где 10, конечно, да. Хотя бы проще стало. Потому что здесь мы уже по вкусу можем добавлять, да? Немножко посолить или, наоборот, не солить. Да, вот вариант. Конечно, нет или, конечно, да. Но согласитесь, 10 вариантов ответа держать в голове – это безумие. Здесь у него несколько проще. Я скинуть вам ссылку сейчас вот на сайт, на это, чтобы посмотрели, как работает эта дихотомия. И, естественно, вот количество ответов на эти вопросы на 100% навряд ли, но все-таки будет влиять на качество, на валидность, на результат. Так, ну что, на сегодня вопросы есть какие-то? Сколько идеальное количество ответов на вопрос в тесте? Вопрос весьма сложный. Первое, что мы здесь должны обязательно учесть, это возраст наших испытуемых. Мы с вами прекрасно понимаем, да, чем младше люди, чем младше наши испытуемые, тем, собственно, быстрее они утомляются. Второе, что мы должны учесть, насколько нам удалось их замотивировать на это тестирование, это тоже важно. Скажите, пожалуйста, у подростков мотивация будет высокая отвечать на тесты, которые вы придумаете? Понятно почему, да? У кого она будет высокая? У того, у кого есть какие-то проблемы и хочет в них копаться. Что-то мне подсказывает, что чаще всего это женщина, чем мужчина, потому что мужчины любят бегать от проблем, а женщина в них копаться. Не в мужчинах, а в проблемах. Да? То есть здесь четко совершенно совпадает. То есть это как раз тот самый момент, который мы должны учесть. То есть возраст наших испытуемых. А дальше мы должны учесть специфику их поведения. И после этого только понимать общее время на тестирование, сколько мы должны потратить. Сколько обычно времени требуется на проведение нормального теста? В среднем приблизительно 30-40 минут. Естественно. Но я говорю просто, да, среднее время, сколько, чтобы не уставал испытуемый. Допустим, самый длинный тест, который сейчас у нас есть, это MMPI. Да, в среднем сейчас на него отвечает 1 час 20 минут, на компьютерах обычных час 30 минут. Особенно на компьютерах со старыми лучевыми трубками, такими большими бандурами, которые как раз вот в нулевые годы или даже в 90-е были. Это вот там люди очень быстро уставали. А я застал в одном университете, где я читал лекции по психодиагностике, прекрасную совершенно тему, в минус первом этаже, в подвале, я читал компьютерную психодиагностику, там стояли компьютеры, и стены этой аудитории были, знаете, в такую железную сеточку. Причем дырочки в этих сеточках были крупными. Вы понимаете, вы заходите в железную какой-то, в железный вагон, где стоят компьютеры с большими вот этими мониторами, вы туда заходите, и у вас уже минут через 15 начинает плыть голова. Это у вас плыть голова. Вы как экспериментатор. А тем, кому отвечать приходится, каково? Когда у них волнение, опасение, что будет дальше происходить. Вы их, конечно, ходите от одного к другому, немножко там отвечаете на их вопросы, если нужно, и так далее. Но все равно возникает нюанс. Значит, количество вариантов ответа в вопроснике в норме, безусловно, не должно быть очень большим. Может быть, от 3 до 5. Но здесь надо, безусловно, учитывать общее количество вопросов. Если вопросов очень много, ну, допустим, 586, да, как в MMPI, то, в принципе, допустим, 7 вариантов, да, трихотомию мы здесь никак не можем использовать. 7, 9, 10 вариантов ответов мы убьем испытуемого однозначно, он устанет безумно. Поэтому там либо да, либо нет, либо не знаю. Допустим, да, приемлемо. Надо обязательно это продумывать. Но есть такие вопросы, на которые просто так да, нет или не знаю не ответишь. Иногда бывают специфические. Допустим, периодически это бывает, но не всегда. Как отвечать дальше? И опять про крустово ложе. Приходится как-то вталкивать этого испытуемого вот в эти варианты ответов, а это не всегда точно. Вот, поэтому начинайте как раз ваше нынешнее знакомство с тестами как раз с того, каким образом автор выстраивал эти вопросы. Учиться надо, безусловно, у Моцарта. Это Айзинг.
Ну, для меня это просто музыка. Вот. Это, безусловно, очень интересно. То есть, как он строил свои EPQ. У него несколько вариантов есть ответов. Ну и, естественно, адаптация. Кто проводил адаптацию? Либо это, соответственно, Александр Георгиевич Шмелев, либо это Людмила Колосопчик и так далее. То есть здесь варианты есть. И надо смотреть, каким образом они выстраивали в своих методиках варианты ответов. Просто поучиться, посмотреть, как строится вопрос. Некоторые переводные тесты страдают тем, что очень сложно на них правильно отвечать. Вот, допустим, у того же самого Бородянского есть вопрос, я сейчас вам его даже зачитаю. Я его не очень понимаю по-русски. Вот, допустим, смотрите. «Люблю, когда меня нежно целуют в глаза». Ой, пошел, спасибо. Это как? Вот это, что это такое? Я не очень понимаю. Еще один вопрос есть вот в этой методике, который не совсем приемлем. Ну, допустим, ладно, 66-й вопрос. «Люблю почитать в туалете». Ну, простите, русский язык, он имеет два значения. «Почитать» от слова «почтенный» и от слова «чтение». Уже идет разночтение, и на уровне подсознания испытуемый уже немножко по-иному реагирует на этот вопрос. Но здесь есть как раз такой вопрос, который в русском варианте... Нет, он звучит верно, но он, в принципе, немножко не продуман, на мой взгляд. Ну, это моя точка зрения. Это то, что связано... Ну, сейчас, ладно, не буду долго время тратить на это. Сейчас попробую еще раз, если удастся. Я его прочитаю. В общем, мне бы понравилось быть дегустатором в на парфюмерной фабрике. Дегустатор есть, но в русской транскрипции мы сразу понимаем неверно. Да? Сразу пошли улыбки, то есть дегустация подразумевает под собой пробовать это на вкус. А как вы духи будете пробовать на вкус? Сразу что-то вспоминается, песня про Ален Делона, который не пьет одеколон. Да? Вот получается немножко странно. То есть это вот те самые нюансы, особенно, ну, здесь я думаю, что все-таки это русскоязычный полностью вариант, но тоже надо было вот с вопросами несколько продумать, потому что иногда бывают разночтения. А в вопросах разночтений быть не должно. И это-то как раз самое непростое. И еще один момент. Смотрите, для одного поколения, когда опросник создавался, вопрос понятен. А потом его, в ряде случаев, когда поколение поменяется, вопрос будет уже не очевиден. Такое тоже бывает. Значит, нужно немножко перестраивать этот вопрос так, чтобы он был понятен. Вот такие вот вопросы, такие варианты.